старт олимпиаде по ментальной арифметике и креативной математике. 150 студентов от 3 до 16 лет решают задания на скорость. И со стороны кажется, что это не любители точной науки, а юные волшебники. Вон и таинственный абакус у них в руках. Этот инструмент помогает ребятам постичь магию чисел, задействовать оба полушария мозга и после уже без всяких счетов быстро производить вычисления в уме. 34, азиатской методике уже больше 5000 лет, но для нас она пока новая. Дети занимаются по 2 часа в неделю и развивают не только математические сверхспособности. Мы тренируем такие навыки, которые обеспечивают успех в жизни каждого человека. Если у вас хорошо развита концентрация внимания, то у вас хорошая память. Если у вас хорошая память, то у вас хорошо работают все виды мышления. В школе у нас никто не знает, что мы посещаем эти курсы. И, ну, учитель сама уже где-то в ноябре стала отмечать, что ребенок, он считает быстрее. То есть, если дети успевают сделать 60 примеров, то наш успевает сделать 100. Ребенок стал очень быстро реагировать на любую ситуацию, не только на математические примеры. Даже жизненные ситуации помогают решать какие-то моменты. Хотите, чтобы ваша кроха играла в команде победителей? Заходите в группу интеллектуального клуба в соцсети и изучайте ваши возможности.